Всем привет! Вы на канале Папа, Мама, Мы из простой семьи. И вот мы решили снять небольшой эксперимент с нашими баклажанами. Как мы уже говорили раньше в наших видео, баклажаны наши напал паутинный клещ. Можно сказать, уничтожил весь урожай. Что-то мы собрали, успели, баклажанов. Ну вот в таком состоянии они у нас сейчас выглядят. В интернете мы прочитали, да и на ютубе так вот пару раз мельк происходило, что паутинный клещ боится холодную воду. Ну так как еще есть зеленые вершки у наших баклажанов, мы решили провести эксперимент. А эксперимент заключается в следующем. Каждое утро мы будем обливать баклажаны холодной водой. У нас вода идет со скважины, и прям со скважины будем обливать баклажаны. Обильно обливать их водой. И посмотрим, что произойдет. Сегодня у нас 23 июля. Эксперимент был начат позавчера. Получается 21 июля. Примерно вот так все это выглядит. Вот так вот я все обливаю. Прям сильно. Все это ледяная вода. Прям со скважины идет. Мы посмотрим, что у нас будет. Сегодня 24 июля, и мы наблюдаем, с каждым днем они у нас становятся все зеленее и зеленее. Экспериментально, как говорится, надо экспериментировать, чтобы узнать, как бороться. Если мы не будем экспериментировать, то и, следовательно, результатов у нас не будет. А там дальше посмотрим, наблюдаем хотя бы с недельку, а там видно будет. Сегодня у нас 31 июля, и мы поливаем баклажаны наши на протяжении 9 дней, 9-10 дней где-то. И как наблюдаем, листики уже зеленые, новый лист пошел, паутинного клеща не наблюдается, листья чистые, вот зелененькие, свеженькие листики. Баклажаны оживают, даже начинают цвести. Вот. Мы считаем эксперимент, в принципе, удачным. На следующий год надо будет баклажаны поливать по листу. Прям изначально начиная поливать по листу. Дальше будем наблюдать, еще будем дальше поливать баклажаны. Что они нам покажут, будет видно. Это наши помидорки Дебарао. Вот так вот завязываются. Некоторые отрываются, прям ветки ломаются, не знаю. Нитки такие, что ли, шпагат. Льняной шпагат не покупайте. Он очень ненадежно рвется. Вот. Вот такие вот грозди висят у нас. Может быть, они, конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но нас устраивает. Это вот помидорки. Розовая микада. Тоже. Уже мало осталось, мы их почти все съели. Вот там видно вдалеке огурец, сейчас покажу. Его сожрал полностью паутинный клещ. Обливать я его не успел. Вот так вот выглядят наши баклажаны. Даже есть цветочки свежие. Эти цветы завязались уже, когда мы начали поливать баклажан водой. Сегодня у нас 3 августа, и вот что у нас с нашим экспериментом. Баклажаны набирают зеленую массу, очень хорошо набирают зеленую массу. Получается, паутинный клещ в принципе не посещает, паутины не видно. Баклажаны в некоторых местах есть крапинка, но
Не так сильно. Баклажаны зацвели по новой. Появляются завязи. Возможно, мы еще даже увидим с них плоды. И плодов будет, я думаю, до сентября месяца нормально. Вот завязи, цветочки, цветут баклажаны. И много вон там молодые завязи есть. Поэтому очень даже эксперимент удался. Мы не учим, как делать. Мы просто показываем, как делаем мы. Что у нас получается, что не получается. И делимся своими ошибками, как говорится, своими экспериментами. Если, может быть, у кого-то такая же проблема, можете попробовать обрызгивать баклажан холодной водой. Он наш Мурзон бегает. И посмотрите, как у вас будет. Если поделитесь в комментариях, конечно, будет вообще очень хорошо. Сейчас маленько обойду, чуть-чуть с другой стороны покажу. Ну вот, видно, наши баклажаны вполне такие зеленые. Вот тут белый баклажан тоже был съеден почти весь. Вот листочки сухие остались. Мы ничего не убирали. Некоторые говорят, надо листы больные убирать. Ничего. Ради чистоты эксперимента мы вообще лист не убирали. Что от напора опало, все лежит на земле. Поэтому эксперимент абсолютно чистый, без всяких там очищений. Мы ничем не обрызгивали. До этого обрызгивали чуть-чуть. Дней за 10 до этого, может быть, за 12, обрызгивали нашатырным спиртом. Но эффекта вообще никакого не было. Поэтому как-то так. Сегодня у нас 5 августа. И вот для чистоты сравнения вам две картинки. Обратите внимание, что в правом углу внизу я как раз параллельное видео. Это было у нас 23 июля. И вот сегодня у нас 5 августа. Что мы имеем? Около 2 недель. За 2 недели наши баклажаны цветут, завязываются новые завязи. В общем, эксперимент очень-очень удачный. Если вам понравилось наше видео и оно было вам полезно, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Будет еще очень много полезного. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Подписаться на наш канал можно вот здесь. А видео про наш огород и наши растения вот здесь. Также видео про нашу кухню и кулинарное искусство вот здесь.